Кыргызстан. С рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов. В международном аэропорту Ош его встретил председатель кабинета министров Акылбек Джапаров. Главы правительств двух стран проведут двустороннюю встречу, а также примут участие в четвертом заседании Совета полномочных представителей президента Кыргызской республики в приграничных областях и Хокима в приграничных областях Республики Узбекистан. Кроме того, Акылбек Джапаров и Абдулла Арипов в режиме видеоконференции примут участие в церемонии открытия общеобразовательной средней школы села Маргумли Элекского района Баткенской области.